Доброго времени суток, дорогие коллеги, с вами Гонова Аня, интернет-проект Фаберлик Онлайн, и сегодня я бы вам хотела снять видео продукции, которую я очень часто заказываю. Итак, смотрим же. Самое первое, что мне хотелось бы вам показать, это вот такой концентрат против выпадения волос. Я его заказываю с самого начала, как он появился, потому что этот концентрат, грубо говоря, для ленивых людей. Тут идет 6 капсул. Одной капсулки на самом деле хватает на всю голову, пахнет и не лимончиком, они не утяжеляют, не жирнят волосы, ничего. Ее нужно применять после душа, то есть вы высушили голову, да, там нанесли бальзам, да, помыли голову, нанесли бальзам, смыли все это дело, да, пришли с влажной головой сушить голову, и вот можно уже втирать вот это вот средство. От него чуть-чуть немножечко кожа головы горит и все такое, и каждый раз после мытья головы у меня уже в привычку втирать вот одну такую ампулку. Это занимает минут 5-10 времени, это все быстро. И самое, что интересно, я их постоянно начала заказывать, потому что это удобный продукт, и я чувствую, что он как бы работает, да. А вот такой вот концентрат, он идет в такой вот коробочке симпатичной. Тут идет 6 штук по 5 миллилитров, артикул 8350. Цикл с частотой от 1 до 3 раз в неделю в течение 3-4 месяцев. То есть я мою голову примерно через день, раз в 3 дня, и я постоянно наношу это средство на волосы, и в принципе, ну, бывает, иногда могу пропустить, но я думаю, ничего страшного, они у меня постоянно лежат перед феном на столе, вот прям так вот лежат в отдельной косметичке для средства для волос, и я спокойно им пользуюсь. Вот, как вы видите, тут есть состав, я его вам сфокусировала, да, и одна... Интенсивный уход тут можно прямо делать ежедневный, то есть по одной ампуле в течение 6 дней. Вот, но так я никогда не делала, а волосы у меня не выпадают, если честно. Но все равно решила, зачем ждать, пока они будут выпадать, так как сейчас весна, да, я заказала себе омегу, я заказала себе живицу, я заказала себе магнетик, ньютоник и так далее. И вот пью все это по очереди, все эти витаминки. Вот, и, конечно, способ применения легкий, мы отламываем ампулы и наносим содержимое непосредственно на кожу головы. Что самое интересное, почему это средство для ленивых, потому что его не нужно смывать и не нужно ничего делать. А проходит 15 минут, проходит жжение, и все, и голова ухожена, да. Вот, и поэтому он мне нравится, и я чувствую его работу. Для тонких, слабых, редеющих волос оно идет. Вот, волосы у меня от рождения всегда были тонкими, поэтому я заказываю эти ампулки. Мне кажется, что есть очень даже хороший эффект. Тем более, я очень часто пользуюсь плойками, фенами и так далее. Я считаю, что чем ждать, пока волосы выпадают, нужно начинать уже это все делать. Вот, далее, значит, что бы мне вам хотелось показать, это шаг по стартовой программе. Это декоративная серия Secret Story. Я ее очень-очень люблю. Вот этот шаг, тушь, тональный крем, двойной агент, лак и помада достались мне всего лишь за 99 рублей по цене России. И мне очень-очень нравится эта серия, это моя любимая. Давайте же посмотрим. Помаду я заказала артикул 43069. Вот там идет внутри еще и аннотация. Русский, английский, всякие разные языки. Она идет в красивой упаковочке, то есть ее можно и дарить. Ее можно дарить, да, и вот так вот она выглядит. Да, посмотрите. Так вот она выглядит. И давайте попробуем ее нанести. Вот это. Первый раз нанесение очень плотное, помада увлажняет губки, она идет с ухаживающими компонентами, она шикарно ложится, да, то есть мне она нравится. Я такой цвет очень часто себе беру и очень довольна. У нас, конечно, выпущены новинки, которые мне еще больше понравились, и я сейчас не знаю, изменить ли мне Secret Story, но, в принципе, помады мы и скрашиваем быстро, и я думаю, ничего страшного, если у меня будет несколько помад. О новинках я расскажу немножко позже. Следующий – это тушь.
Я ее очень люблю. Она тоже идет в красивой упаковочке. Вот эта упаковочка из-под нее. Артикул у нее 55,98. Она очень красиво оформлена. Ее можно дарить на подарочек. Вот такая вот тонкая, приятная кисточка. Ей очень удобно красить. Она делает и объем, и удлинение. И, в принципе, нареканий у меня к ней нет. Но Secret Story — это люксовая серия. Все-таки нареканий быть и не может. Следующий крем — это двойной агент. К сожалению, тон мне не подошел. В одном отделении у нас идет основа под макияж. Да, то есть такая вот беленькая. Мы ее наносим. Кожа становится, как вам сказать, очень приятный такой нейтральный такой аромат свежести. Да, кожа становится ровнее, и потом мы уже наносим сам тональный крем. Да, вот смотрите, еще не впиталась до конца. Я специально сделала свет сбоку, чтобы вы видели, как оно отсвечивает. Вот, и сам крем, к сожалению, он очень темный для меня. Я его отдам подруге, которая смугленькая. И он ей подойдет. Смотрите, какой он темный. Когда я его наношу, это совсем, совсем не мой цвет. Вещь замечательная. Он идет ухаживающий, этот тональный крем. Написано, что он подстраивается под цвет кожи. Но под мою слишком сильно белую кожу, на которой просвечивают венки, он не смог подстроиться. И лицо стало с желтым оттенком. Но я тоже пользуюсь тональным средством от компании Faberlic. И я вам хочу сказать, что даже если у вас такое случится, то, в принципе, продукт шикарный, его можно подарить еще что-то, потому что он хорош. Да, вот видите, желтый оттеночек, если взять вот эту руку. Но я, конечно, очень бледнолицая, очень-очень светленькая. Я все не могу себе позволить заказать все вот с такими вот, да, вот как сказать-то, да, с ухаживающими компонентами. Следующий — это лак песочный. Идет как Secret Story тоже. Мне он очень нравится. Давайте сфокусируем вам его. Мне он очень нравится. И он очень красивый. Он шикарно лежит на, как сказать-то, на ногтях. Он очень... Давайте я прямо сейчас нанесу, просто покажу. Потом смою после... Вот так вот он ложится. У него плотное нанесение. Он практически не просвечивает. То есть есть что-то немножко, чуть-чуть, но это чуть-чуть, оно незаметно. Он очень быстро сохнет. И вы знаете, у него есть такая особенность. Да, он песочный, он такой шероховый. И прошу вас не наносить его, если вы носите капроновые колготки, капроновые носочки на пальцы ног. У меня почему-то капроновые колготки порвались с этого лака, потому что он немножко такой шершавый. Вот. И вот именно из этого мне как-то вот... Я только руки им крашу. Вот, а лак я выбираю серии Skyline именно для ног, подбираю под цвет, и тогда все хорошо. Да, вот такая вот красота. Мне он очень нравится, если честно. Я прям люблю вот этот песочный лак, он смотрится очень хорошо. Далее, что бы мне вам хотелось показать, это вот такое вот средство. Оно мне тоже понравилось. Это освежитель для полости рта. Но он идет со вкусом малинки. Как бы идет таким вот спрейчиком. Да, вот этот вот спрейчик, он тут был сбоку заклеен. Вот, видите. Очень такой приятный аромат. Сильный ментоловый вкус у него, освежающий. Артикул 8728. Да, и вот у него состав. То есть его нужно, когда вам хочется, тогда его и пшикать в рот. Да? То есть после каждой еды, где-то вы не дома, куда-то вы едете. Просто для свежести рта. В принципе, штучка классная, незаменимая. Он у меня лежит в сумочке. Когда я куда-то хожу, я его даже из сумочки не достаю. Он мне очень часто бывает нужен. Да? Как бы вот я люблю, чтобы во рту было свеже. Я понимаю, что жвачки вредны, а это средство все же такое маленькое, компактное, его можно с собой носить, и оно безопасно при проглатывании. А следующее, что я заказала, это бонус за покупку по прошлому каталогу, аромат Нерали, серия Оранжери. Мне эта туалетная водичка нравится.
Она пахнет очень-очень нежно, очень-очень классно. И я на лето вот люблю вот такие вот ароматы. Я оставила себе на лето океанику из новой серии. И вот эту вот нероли я заказала. Ну, мне нравится. Легкий такой невесомый ароматик. Приятный, он не сладкий, он больше свежий. Вот. Следующее, это тушь. Она идет как объемная. Артикул у нее, так, давайте с вами сфокусируем, 55-76. Мне она тоже очень понравилась. Я тут уж хочу похвалить. А единственное, но, о, смотрите, да, у нее вот тут вот сбоку, да, вот видите, вот в этом месте набирается очень много туши. И я каждый раз вот делаю вот так вот. Да, а когда макаю, в следующий раз пытаюсь это дело все назад. Да, пытаюсь это дело все назад отправить. Но что еще хочется сказать про эту тушь? Она очень хорошо разделяет и удлиняет ресницы. Очень мне понравился эффект. Она не осыпается. Я хожу в линзах, для меня это важно. Но если вы захотите, допустим, через час подкрасить реснички, все ваши реснички будут как лапки паука. Ей нельзя наносить слой на слой. То есть, но когда вы делаете сам макияж с этой тушью, да, то она долго высыхает, она пластичная, и вы легко сделаете себе тот изгиб ресниц, какой вам хочется. Мне вот это в ней очень понравилось и замечательно. Я с удовольствием ее искрашу. Это новинка недавнешняя. Вот, и как бы просто замечательно. Конечно, все вы видели, наверное, фотографии у меня и ВКонтакте, и в Инстаграме, как я делаю макияж вот с такими вот наклеечками. К сожалению, держатся они у меня не больше, чем неделя. Вот, способ применения у них очень легкий, они хорошо наносятся, хотя я их покрываю сверху базой, но вот эти вот места у меня, конечно же, они обдираются буквально дня за дней за 7, да, 5 еще нормально, 7 уже я вижу, что идет разница, да, на 8-й день уже начинает какой-то один из основных накатков уже отпадать, но вот 5 дней они держатся классно. И, конечно, такое нам нарисовать в домашних условиях сложно, особенно левой на правой руке, и эти наклейки вот куда-то сходить, да, чтобы 3 дня у вас с маникюром, 5 дней, 5 дней, не то я немножко говорю, да, у вас с маникюром точно все будет отлично, они мне понравились очень. Стоят они недорого, около 50 рублей, по-моему, да. Следующее, что бы мне вам хотелось показать, это такие вот маски патч. Я их заказываю всегда много, они мне нравятся. Что они делают? Мы эти масочки, это укрепляющая маска патч для кожи век. Она содержит экстракт растений гинго-бибола. Белоба, извините, да, который обладает мощными антиоксидантными свойствами, улучшает микроциркуляцию, оказывает противоотечное действие. Глазки у меня не отекают, но вы знаете, вот эти все мелкие морщинки, да, мне 33 года, оно все это убирает, и глазки становятся такие свежие, такие хорошенькие, такие красивые. Да, вот у меня есть знакомая, ей за 40, мы ей также наклеивали эти пластыри, как сказать, эти патчи. Они хорошо держатся, они не отпадают. То есть, как наклеили, вам не нужно их ни поправлять, ничего, да? Вот. И, конечно, действие у них 20-30 минут. Да, лучше их делать, конечно, с утра. Вот. Артикул 0220. Свежий взгляд, прекрасный взгляд. Тут их две штучки. Тут их две штучки, да, вот они такие. Они покрывают прям от носа до скулы все ваше нижнее веко. То есть они, видите, такие большие. Они на самом деле, вот именно, вот видите, тут на рисунке, да, нарисовано прям от скулы до носа. И взгляд реально такой свеженький, приятненький. Заказывайте. Они очень часто бывают по акции, бывают дешевыми, и эффект от них просто симпатичный. Хороший такой. Следующее, что я заказываю очень часто, это вот новинки, ой, не новинки, а уже старинки, так можно сказать, из серии Ultra Clean Green. Это тоник.
Тоник, а у него он идет 200 мл, 0,881 у него артикул. Он содержит масло мануки, оно в 33 раза эффективнее, чем масло чайного дерева. Избавляет от черных точек, сокращает поры, устраняет прыщи, жирный блеск и так далее, и так далее. Вот, содержит также еще салициловую кислоту, и просто нужно утром-вечером протираться. Я на лето очень часто их беру. В прошлом году летом мы с дочкой использовали таких, я не знаю, штук, наверное, 5-6, потому что кожа потеет, я беру ватку, протерлась, дальше пошла, да. Вот, у них немножечко такой есть мятный эффект, да, кожу на самом деле они освежают, и мне нравится ими пользоваться. Единственное к ним нарекание – это резкий запах. Резкий запах такой вот, как будто вот, я не знаю, как будто мы выпили, да, вот что-то такое вот немножко. Далее, что хочется показать, это маска. Так, эту открывала. Это масочка такая. Оно идет 3 в одном. То есть это и гель для умывания, и скраб для умывания, и маска для умывания. Да, к примеру, оно заживляет прыщики, да, и тут идут такие мелкие-мелкие скрабинки. Я не знаю, будет ли их видно, но я их сделаю сейчас, сфокусируем. Размажем и нанесем, да, вот как вы видите. Оно, кстати, экономное, да, то есть оно не пенится совсем, да, бывают скрабы, которые пенятся, и на мое удивление, недавно я таким пользовалась скрабом, очень удивилась, да, и вот эти вот мелкие скрабинки, вот им, скрабом этим нельзя пользоваться, если есть гнойнички, прыщики, еще что-то, да, это небезопасно, у вас может еще больше усилиться сыпь, да, если на лице есть сыпь, то нужно делать маску, а маска делается очень легко, она наносится на лицо, оставляется на 5 минут до высыхания. Затем круговыми массажными движениями мы тщательно смываем водой. Применять 1-2 раза в неделю. То есть вещь как бы классная. Скраб. Мы просто скрабируем личико, да, применять 2-3 раза в неделю. И гель нанести на влажную кожу лица, тщательно смыть водой, да, можно применять как гель ежедневно, то есть не сильно скрабировать, не сильно массировать. Но вот именно вот эти вот скрабинки, они не рекомендуются при сыпи на лице. Вот в чем дело. Поэтому тут будьте осторожны. Вещь работает хорошо, но нужно учиться ей правильно пользоваться. Иначе вы можете сделать лицу только хуже. Да, вот если подростки, к примеру, да, вот у них бывают прыщики и гнойнички такие, знаете, на лице, да, не знаю, как они правильно называются. И если пользоваться скрабом во время воспаления на лице, то это очень плохо. Лучше просто умываться гельчиком и давать им гельчик, потому что почему-то молодежь пока не умеет, да, не учит их мамы, не учит их никто правильно пользоваться косметикой, вот. А далее, что бы мне вам хотелось показать, это вещь очень классная. У него неприятный запах, я вам честно сразу скажу, крем для депиляции. Но он не такой резкий, сильный, как в магазине. В магазине он был сильным такой. Знаете, вот я покупала до этого Вельвет, еще что-то. Вот они мне не понравились именно резким запахом. Даже когда мы помоемся, он все равно как будто вот после Вельвета оставался. Тут же этот запах очень похож на Вельвет, но он менее такой... Он легче, легче, мягче, лучше. В общем, не воняет, да, не воняет, как магазинский. Это мне понравилось. Работает он нормально. Убирает все волоски хорошо. Артикул у него 21-23. Как вы видите, я взяла 3 штучки. Я взяла 3 штучки. Да, я взяла 3 штучки, прошу прощения. И он идет еще и с алоэ вера. То есть от него меньше бывает раздражения. Вот. Крем-депилятор не содержит вредных веществ. Следует подробной инструкции на вторичной упаковке. И не оставляйте крем более чем на 15 минут. Далее, значит, о чем мы с вами поговорим, это... О том, что он легко очень наносится, он легко распределяется, он прям замечательно работает, да, и волоски тонкие он убирает за 5 минут. Волоски, допустим, на ногах потолще, нужно реально ждать
минут 6, 7, 8, а то и 10. Я вот, если честно, не засекла почему-то время, сколько я с ними сидела. Но убирает хорошо, все получается гладко, приятно и так далее. Да? То есть хороший депиляционный крем и не так сильно пахнет, как вот эти вот магазинские. Также в составе есть такая вот лопаточка. Она очень хорошо, когда вот вы проводите против волосков, да, вот наносите, подождали 5-10 минут, да, и потом так проводите, и она очень хорошо убирается, аккуратненько, и все, вот этот крем-то, он тут вот остается лежать, да, вместе с волосиками, тоже очень удобная вещь. Далее, чтобы мне вам хотелось показать, это то, что я заказала повторно, я не знаю, раз, наверное, в третий, вот эту вот серию, потому что дочка у меня на нее тоже посела. Она говорит: мама, какая приятная кожа, мама, я тоже хочу. И я заказала себе гель для душа и ей гель для душа. Ну, как вы понимаете, 200 миллилитров, они уйдут быстро, и я так понимаю, что каждый каталог мне придется их заказывать, да. Скраба, конечно, хватит на подольше. А вот именно гель для душа, он просто шикарен, да, это крем-гель для душа, он ухаживает. У него идет артикул 24-16, я его взяла по акции. Если вы в прошлом каталоге видели, то вот этот набор, он шел с хорошей скидкой. Конечно, я сразу два взяла, сразу два схватила, потому что серия не дешевая, но она того стоит. Да, не фокусируется. Вот, да, сфокусируется. Тут идут расслабляющие масла, тонкие ароматы цветов, да, приглушенный свет и едва уловимая музыка, да, вот прям его так. Вот на самом деле этот аромат, он такой романтичный, классный. Он не слабенький ароматик, он такой прям великолепный, я бы сказала, да. Вот давайте гельчик для душа я вам капну, да, на ручку. Ой, просто красотища, да, крем-гель для душа. Он прямо, вы знаете, он нормально пенится, он хорошо очищает. Как видите, он густой. Его надо немного, да, по идее, по сути, он экономно идет. А далее, что мы с вами посмотрим, это то, что он 200 миллилитров, густенький и просто у него невероятно вкусный аромат. Следующее, это, конечно, скраб для тела, который скрабирует тоже здорово, пахнет тоже здорово. В нем тоже есть всякие разные масла, это тоже уже не первая упаковка. Я его очень-очень полюбила, да, смотрите, какой он густенький, да. Вот он таким вот образом берется, и когда мы с вами его скрабируем, да, я думаю, очень хорошо видно. Он, вы знаете, я не сказала бы, что он сильно... Вот, знаете, у нас есть медовый скраб для тела. Так вот, он такого же, такой же интенсивный. Он также неплохо скрабит. Также, в принципе, замечательно. Вот. Но мне кажется, что им будет сложно поцарапать, потравмировать кожу, потому что он все же... Вот эти вот частички, они... такие кругленькие, да, они не сильно острые, они не будут тело царапать, вот прям красота. Да. Давайте я его уберу, да, вот видите, эти скрабиночки, они остались, они такие маленькие, хорошенькие, вот, очень приятные. Далее, чтобы мне вам хотелось показать, это вещь, которую я тоже очень давно заказываю, это... Средство для стекол и зеркал с антизапотевающим эффектом. Работает нормально, работает хорошо. Не пахнет, как магазинское. Дыхание не перехватывает, когда я протираю стекла. Артикул 110-48, поэтому оно идет 500 мл. Экологичные, безопасные. Не тестируется на животных. Не наносит вреда окружающей среде и так далее, и так далее. Биоразлагаемые. То есть я считаю, что это здорово, когда мы моем стекла и не задыхаемся, как от магазинских средств. Поэтому как только оно заканчивается, я сразу заказываю новое. Далее, чтобы мне хотелось показать, я очень часто заказываю вот это вот средство. Ну, как часто, когда заканчивается. Тут оно, по-моему, по акции было, я взяла две штучки. Это проводник. Проводник для, вот, как сказать-то, вот,
я не косметолог. Вот вы очистили свое лицо, допустим, мицеллярным лосьоном, и чтобы у вас хорошо проник крем поглубже, да, после очищения, вот надо наносить вот именно вот это вот средство. А, вот тут написано, да, оно для всех типов кожи, имеет в составе специальные агенты проникновения, которые усиливают действие последующих средств ухода, придают коже тонус и мгновенно увлажняют и освежают. Применить нужно нанести тоник-активатор на очищенное лицо утром или вечером, а затем нанести любой крем линии кислородный решейпинг. Да, то есть вот такая вот великолепная вещичка, и я буду с радостью им пользоваться. Также по акции, как вы знаете, я VIP-консультант, и я имею право уже брать две новинки. Я более 18 периодов подряд делала заказы по 100 баллов, и я имею право вот сейчас брать две новинки с 70% скидкой. Конечно же, я взяла вот этот вот платинум, потому что эта вещь великолепная, и я наконец-то раз чувствовала, как оно работает, да, очень много говорят людей, что это средство слишком завышено в цене и так далее, и так далее. Но я вижу его эффект, и я понимаю, что такого эффекта, если вы будете брать средства в аптеке, они будут стоить 1000-1500, не меньше. Да, вот это же, вот, допустим, марка Виши. Да, вот я этот платинум, я по качеству, да, по ощущениям на своей коже я сравниваю вот с такими вот средствами, да. Ну и, конечно, 70% скидка, но мне досталось 200 рублей, и за 400 с чем-то рублей я взяла вот эти вот две штучки. Я считаю, что это недорого, и VIP-ом быть выгодно. Ну и, конечно, три средства для интимной гигиены. Честно скажу, что оно мне не так нравится, как предыдущее. А у него немножечко другой аромат. У предыдущего был аромат вкуснее. Да, оно идет гель для интимной гигиены с афродизаками серии Story de Amour. Вот. И, в принципе, хорошо очищает, имеет нейтральный pH, 200 мл, густой, хорошо пенится, артикул 8722. Но в запахе я немножко все же разочаровалась. Я хочу тот гель для интимной гигиены обратно. Обратно, и, но он был с хорошей скидочкой, поэтому я заказала побольше, потому что все-таки у нас в семье много девочек, да, три девочки, и мы все им пользуемся. Далее, что бы я вам хотелось показать, это то, что скоро будет у нас школьная форма. Конечно, на школьную форму для всех зарегистрированных будет действовать скидка 20%. Отличные туфли для мальчиков, для девочек, леггинсы, спортивная одежда. Форма различных цветов, да, серая, синяя есть, да, вот у кого какие правила, да, в школе. Есть, конечно же, и красная форма. Поэтому единственное, что вам хочется тут сказать по этому поводу, изумительное качество. Изумительное качество у этой одежды, очень хорошее качество, качественные лекала, все пошито здорово, классно. Да, я ее еще не видела, я ее в руках не держала, но прошлая коллекция школьной формы, ее просто унесли, ее просто снесли прям за 3 дня после ее выпуска, после того, как она вышла в продажу, и ни одного плохого отзыва я не видела. Я считаю, что ваши дети, если они у вас школьники, они проносят весь год эту школьную форму, и у вас не будет к ней нареканий, потому что она хорошо стирается, за ней хорошо ухаживается. И следующее, что бы мне вам хотелось, это последнее, да, показать, это колготочки 40 и 20 ден от компании Faberlic. Это дочки, это мне, да, я себе заказываю тройку, и это тоже мне. Вот тут я вам честно признаюсь, что колготки Флоранж, если вы их чуть-чуть где-то зацепили, они мгновенно дают стрелку и едут. Эти же колготки могут, как вам сказать, образовать дырку, но они дальше не поедут у вас. И вот это вот великолепно. И я колготки Флоранж капроновые больше заказывать не буду. Я буду заказывать только Faberlic. И очень расстроюсь, если эти колготки снимут с производства, потому что они мне безумно нравятся. Я их заказывала, заказываю и буду заказывать. И вся моя родня на этих колготках. Очень часто такое бывает, что я себе закажу пачек 5, думаю, что мне хватит на полгода, и в итоге у меня остается одна, потому что
ко мне приезжает родня и говорит: Аня, у меня вот колготки кончились, у тебя больно хороши колготки были. Я понимаю, что у меня всегда они есть, как даже сказать, грубо говоря, в заначке, и я их достаю, я их отдаю, и сама остаюсь без колготок, и заново начинаю заказывать себе новые. Поэтому я вам эти колготки очень-очень рекомендую. Сейчас скажу их артикулы. Так, у них, кстати, поддерживалка, у них нету вот этого черного носочка на конце колготки. Вот это тоже здорово, да? То есть вот артикул 82-803. И артикул, так, это у нас 20Den. 20Den 80-403, да? И есть еще такие вот колготки такого вот цвета, да? Они... тоже я заказала троечку, это, а я себе, оказывается, это заказала, да, троечку, артикул 82-778. Вот такая вот классная вещь, три штучки взяла, но у меня сомнения опять-таки, что мало, но ничего, я еще потом закажу и закажу с удовольствием. Вот такие мои наблюдения про колготочки Flaranche, мне кажется, что в Перлик, ну вот на мое ощущение, они лучше. И вот колготок Flaranche еще у меня получилось такое неприятное ощущение, что я их одеваю, они как будто скатываются по мне обратно. Я подумала, они мне малы. Взяла на размер больше. Оказалось, что они мне сильно велики. Ну, я их хорошо отдала маме. И я не смогла даже себе почему-то размеры подказать. Итак, всем спасибо огромное. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Желаю вам быть красивыми, ходить в качественной одежде, одевать своих деток качественно одежду. Спасибо, огромное спасибо за внимание. Мои видео длинные, и у меня почему-то не получается снять коротко.